Сегодня мы на набережной Ялты и писать будем вот этот удивительный мотив. Конечно, романтизм этих яхточек, ну, просто великолепен. Тихая вечерняя погода. Вот. И единственное, что яхты вроде как сложная задача. Ну, давайте посмотрим, насколько она будет сложной и как можно упростить задачу с яхтами. Прямо в процессе работы мы это постараемся сделать. То есть упростить сложную задачу. Погода за яхтами там будет вечереть. Небо станет постепенно красноватого цвета. Вот. Но поскольку голубой останется в небе, то мы сейчас можем все накрыть голубым, а дальше уже развивать тему. Мы опять смочим холст, как мы это часто делали. Замешаем на палитре голубой цвет, который там изобилует в фоновом пятне. Голубой можно плюс ультрамарин. Много краски нас не очень устраивает сегодняшней задачи, поскольку нам нужно много рисунка будет сделать. Поэтому мы пока возьмем тряпку, сделаем из нее вот такую фигушку и вот этой тряпкой уложим идею моря и дальника. Тряпка обладает большой кроющей способностью. И количество краски, которое оставляет тряпка на холсте, незначительное. Такое количество, которое будет легко обслуживаться вот этими линейными, вот этими линейками. То есть нам нужно положить столько краски, чтобы когда мы будем чертежичек рисовать, чтобы он не создавал борозд лишних, чтобы легко было поправить какой-то кусок неточный, если он будет неточным. И вы видите, даже сама полосатость укладки уже дает настроение моря. Мера сухости краски на холсте, то есть сухости или увлажненности, тоже благополучно именно от укладки тряпкой. Тряпка вбирает в себя лишнее вещество, лишнюю мокроту, оставляет нужное количество и качество сухости. Поскольку небочко уже немножечко розовит, вгоним сюда кадмий красный светлый и немножечко желтенького, которое едва светлее, чем само море происходит. Thank you.
мастихином можно сделать первый набросок рисунка. Который предстоит нарисовать. Вы видите, поправить это очень легко. То есть в случае необходимости легко поправить рисунок, делая таким образом. Мастихин – прекрасный рисовальщик. И дальний планчичек. С его содержанием тоже можно сделать мастихином. Единственное, что не поставим в самую середину, а чуть-чуть отступим от середины. Несмотря на то, что к углу, к этому носу корабля, маяк как раз просится в середину холста. Но неприлично ставить в середину, и мы чуть-чуть даем в сторону. Хочется еще и переднюю, вернее, и ближнюю к нам яхту, ее спинку вложить в картину. Опять же, напоминаю, что пока рисунок делается вот таким, вот такой резьбой, его очень легко поправить, его очень легко восстановить. Вернее, восстановить тишину неба, моря. Яхта у нас с красным бортом. Мы возьмем красный, коричневый, синий в пользу красного и коричневого. И будет мощная темная краснота, бордовая, как там и есть. Вода, отражение в воде от лодки, зеленая, и это будет красивое сочетание зеленого с красным, классическое сочетание. Кисть у нас была испачкана красным, поэтому красный тоже вошел в состав зеленого, но тем не менее это уже зеленый. Несколько голубит этот зеленый. То есть при том, что отражение должно было бы тоже быть красным, но на самом деле очевидно оно зеленовато-синеватое. На воде сине-зеленые теневые, и мы прямо чирками кисти укладываем их. Основные пятна яхты, ее внутренней части, наружней, наберем. Наберем. По форме, стараемся по форме набирать их укладки.
То есть, если в данном случае горизонтальная плоскость, по горизонтали укладываем. Если здесь хламничек, то укладываем как хламничек. Но не только хламничек, здесь еще конструктивен вход и панель, и дальняя панель. Они по вертикали. Мастихином можно растоптать, расштриховать борт лодки. И даже донаполнить ее темностью. Штрихуя ее по направлению той плоскости, которой она является, мы даем настроение ухода туда, под воду. Плюс полосочка снизу декоративная или ватерлиния, не знаю, что это. Здесь тоже можно эту стеклянную часть выштриховать до глянцевого состояния. В отличие от этой лодки, которая в тени, она в контражуре к свету, свет отсюда заходит и бьет только по макушкам и по этим частям. Здесь лодка вполне освещена. И мы прямо берем белый, можно вместе с теплинкой оранжевого. Уложить верхнюю плоскость, опять же, по плоскости укладываем, и это тоже задает внятный характер предмета. Несколько освещен нос этого корабля. Он освещен только несколько, но можно усилить это настроение, поскольку оно касается голубого и появляется красивая теплохолодность вот этой части. Ну и к тому же всегда красиво свет красив из-под теневой. Даже, может быть, усилим это впечатление. Хотя там этого нет, но стоит это показать. Из-под теневой свет. Белый в данном случае молочный, но мы знаем, что белый в тени в солнечный день сиреневит. Поэтому к нашему сиреневому, который мы обычно используем, белый в тени, мы добавим немного коричневого, и он станет более молочного цвета. Белый в тени, несколько сиреневит. Но мы добавляем здесь немножко
коричневого для того, чтобы молочный цвет выразить белого. Вы видите, густыми мазками. Прямо пластилином краски. Укладываем эти плоскости. Дальний план. Хотя бы припачкаем. Может быть, еще не прорисуем, но припачкаем и его содержание. Немножко желтости, коричневости, розовости. И ржавости корабликов, которые там замусорили подход к маяку. Ну, в красивом смысле замусорили. Вы видите, резьба мастихином тоже уместна, и можно ею делать ровные линии удобно. Вы видите, что я лежачую кисть задействую, лежачую к холсту. Лежачей кистью удобно вырисовывать и укладывать. Не только удобно, но и более ровно, более точно и более художественно кладет лежачая кисть. Теперь, когда стало ясно, когда прояснилась архитектура нашего яхточки, мы дополним ее линиями, чтобы они создали определенное настроение. Краски на холсте немного, поэтому только сильно боковой свет оттеняет эту борозду. А вы помните, мы сознательно уложили немного краски в дальник, чтобы эти резьбы не были слишком активными. Yeah.
чтобы поправить место, допустим, где мы заступили, можно вытереть краску и на ее место даже пальцем вернуть идею моря. Вы видите, что вытворяет мастихин, с какой легкостью он решает задачу. Чертежа. Вот этого яхтенного чертежика. Потом вдоль этих бороздочек можно пройтись еще и кистью. Но это мы потом уже сделаем. А сейчас мы пока продолжаем наполнять крупные массы. Вы видите, как капризна погода. Только что солнце все освещало, все, что мы хотели порисовать. И вот уже солнце зашло. Мало того, явно усилился свет. Свет за морем, этот закатный светик. Ну, на него мы рассчитывали, поэтому его добавляем. Опять же, невзирая на те резьбы, которые мы совершили. Тепленькая даль неба. Это у нас кадмий красный и немножко желтого.
Но, к сожалению, солнце хорошенечко спряталось и явно не рассчитывает выйти. Но мы помним оранжевый характер вот этой архитектуры. Оранжевый характер. И уже несколько по памяти работаем. Вы видите, мастихин моделировательно укладывает краску. Просто макательно, моделировательно. Там есть несколько корабликов, которые чуть в стороне, но мы их прибавим, ближе к маячку, чтобы это было интереснее. Ребро мастихина дает вполне интересные резьбы, которые напоминают вот эти портовые и лодочные сооружение. Некоторую отраженность зададим. Отражение будет у нас вертикальным, как обычно. И вы видите сразу, отражение было. Сейчас его не видно, но оно было, и мы его демонстрируем. Буквально пальцем прогоняя краску вниз.
сиреневатость теней, вы видите. То есть это завсегдаты теневых в солнечный день. А ситуация у нас была солнечная. Видите, мастихин, не знаю, камера сейчас может и не увидеть это, но вырезает окошечки. Не обязательно их порисовывать кистью, можно просто вырезать маленькое окошечко кончиком мастихина. Мутноватые отражения. Вы видите, с отражением сразу повеселела история. А если мы теперь возьмем голубенький цвет, цвет моря, и немножко ребром мастихина порубим это дело, то у нас начнет формироваться идея плоскости моря и идея колебаний на море. То есть мы буквально ребром мастихина, вот такими даже не лодочными, а ровными, поскольку вода стоячая, укладываем идею ряби. Ряби и горизонтали. И продолжим это вдаль, туда. Немножко с ультрамарином покажем линию горизонта. Сухонький творожистый мазок дает ощущение рябости воды. Вот этой ряби на воде сухонький творожистый мазок. Немножко преувеличим деревца.
линию касания воды и пирса усилили или уточнили, подрезав мастихином. Вы видите, я не делаю активности, контрастности особенной, для того, чтобы вся контрастность произошла на переднем плане, и чтобы передний план вышел к нам. А дальничек у меня чуть потише, не контрастен. Сейчас я в моречко уложу немножко желтоватый свет, который отсюда дает отблески на колеблемую воду. То есть волна, которая к нам, она голубит. Волна, которая отражает свет, преломляет свет. То есть вот эта часть волны дает вот такие звуки. И эти звуки в том числе прямо здесь выстроились. То есть вдали они тоненькие, мелкие. Я к голубому добавил желтенького и кадмий красный. Где-то ребром мастихина, как и прежде, где-то более раздавливая краску. Поскольку солнце уже не выйдет, это уже стало понятно, туча там большая, которая заслоняет, вот, то мы уже делаем кораблик в полной мере в контражуре, то есть темным по отношению к той светлости воды. И внятно его выделяем. Одно из очень вкусных мест – это вот эти змейки на воде. Вот эти змеечки. То есть мы мастихином буквально укладываем змейкообразные, я немножко заслоняю рукой, но мы это делали в других фильмах, и я думаю, что вы сможете посмотреть, как змейка укладки, как змейку уложить.
Сейчас краснота носа нашей яхты дала именно красный в отражении, а до сих пор не было этого красного. Но меняется освещение и меняются цветовые, появляются цветовые новости. Нос корабля, яхты, стал сед. В нем отражается сейчас, в его панелях отражается моречко. И он почти потерял свой цвет. Больше этого света здесь нет, и мы его уберем, чтобы он, ну, чтобы дать правдивость нынешней ситуации цветовой и световой. То есть теперь лодка темная по отношению к воде, внятно. Поскольку это стекло, а в стеклах вечно что-то отражается, мы эти отраженности в плоскости вот такими седоватыми пробелами выразим. Выразим чернявый характер пятна. Внутри лодочки.
поскольку это тоже панели, уложим их по их направлению. Поскольку они тоже глянцевые, то раздавленный мазок вполне выражает их материал. Не знаю, как называется это у корабликов, но там обычно это есть. И нам это выгодно, что они там есть. Мы их показываем. И от них отражение и тень. Резьбой мастихина выразим вход Очень выгодное вот это пятно нам. Собранный парус. Для того, чтобы его несколько материализовать, тоже положим густой краской мастихином.
Это грязноватый коричневый. Вы видите, пластилин краски выразителен, он сразу отнимает пятно от дальнего плана своей густотой. Видите, я густоты краски сюда добавил. Свернутый парус на передней части корабля. Его тоже показываем.
синит теневая с левой стороны. И вот сейчас у нас есть возможность порисовать линейный рисунок. Яхты, который сразу выдаст нам многие красивые места, лежачая кисть, раздает чертежечек. Лежачая кисть, обратите внимание. Я думаю, вы видите, что по мере появления жесткого рисунка появляется вот как бы красивость яхтенной архитектуры. Несмотря на то, что не все линии точны, но характер их укладки вы видите, лежачая кисть и свободное как бы падение кисти, свободное падение. И с каждым новым, прутиком или веревочкой оно становится все интереснее и интереснее. Плюс есть еще вот такие звуки, как бы точечки, креплений. Можно сознательно кисть раздавить, чтобы она стала плоской, взять совсем немного краски, ну то есть на самый кончичек, кладем на холст и вытягиваем. Либо свободное падение, либо вот такой резкий выход наверх. А тут даже красненькие шнурочечки. Да.
Ну вот вы видите, что с каждым новым новой полосочкой оно становится все богаче и интереснее. Даже некоторая неточность, она не портит общее впечатление. И вы видите, кисть действительно как бы в свободном падении находится, когда укладывает линию. Змеечка. У нас вторая яхточка за первой, и можно и ее набрать. И у той дальней яхточки тоже проводочков напустить. И, может быть, даже носик еще одного корабля, еще одной яхточки. Мы продолжаем наполнять содержанием пейзаж. Вы видите, я откровенную синьку немножко припачкал фиолетовинкой, чтобы не было такой раскрашенности
ну, чтобы не было чистого цвета, потому что в природе на пленэре редко бывает прямо чистый цвет. Трап ведет на лодку, деревянненький. Толщина трапа. Перегородочки. И становится понятно, что это за предмет. Много всяких мелких предметов находится на яхтах. Не обязательно каждый предмет срисовывать в подробности, но некоторую все-таки стоит, некоторые подробности стоит немножко порисовать. Идея этюда подразумевает некоторый условный характер точностей. Поэтому, если совсем точно не происходит, это не страшно. Главное, чтобы настроение произошло в картине. Цветовая завязка. Если захочется уточнять, можно это сделать в домашних условиях. Сфотографировав пейзаж. Змейка канатов. И тоже несколько вот этих длинненьких канатиков. Вы видите, поскольку здесь периферия картины, уже не так старательно можно вырисовывать.
очень здорово звучат бликующие места на металле. Всякого рода бликующие. Густая краска вписывается в густую краску и так материализуется. Предмет переднего плана. Лежачая кисть укладывает хорошо. Чем больше будет вот этих мелочей обозначено, тем лучше прозвучит наш пейзаж. Вот именно наша яхта. Здесь мелочи обогащают.
вы видите, что с каждой полосочкой становится богаче и интереснее. Леша, а что, у тебя там уже заканчивается что-то, да? Нет, я просто спрашиваю, представлять или густая краска здесь очень уместна. Вы видите, как кладу руку для удобства. Старайтесь повторять эти движения, чтобы и вам справиться с задачей. Белые бликующие звуки украшают яхту.
можно даже обозначить крученный характер ткани вот этого рулона, скрученный характер. Вот пусть немножечко оформляет небо, несколько облаков. Ага. Видите, некоторое неряшество не портит общий вид. То есть наша задача именно общий вид, общее настроение. Это этюдная работа, это не картина. И отнестись к ней надо с долей легкомысленности.
коллега проходил и обратил мое внимание и вот на этот красный. Круг, который замечательно здесь создает напряжение цветовое. А я как-то увлекся и уже его не разглядел. Так, еще замечательно подсказал коллега, который проходил, что здесь чуть-чуть бы теплоты подсунуть, я ее коричневый с розовым смешаю и подложу. Нужна она здесь, и она действительно дает и передний план своей теплостью и темностью. Ну и на этом мы закончим сегодняшний мастер-класс. Я приглашаю всех в Ялту.